Вера вечна, вера славна, наша вера. Ерефией воистину правит Антихрист. Он придумал великую уловку для всех православных христиан. Ибо сейчас кому исповедовать веру православную на Руси приходится сделать трижды отречение? От Святой Троицы. От каждого лица Святой Троицы сделать отречение. Первое отречение. В Конституции прописано, что запрещается всякой религии исповедовать свою исключительность. Что это, то есть они запретили исповедовать, что Христос есть единственная исключительная дверь ко спасению, да, единственная дверь ко спасению. То есть там это запрещается. Все, кто живет по Конституции, в этом предали Господа и отреклись от Него. Первое. Второе. Все, кто там регистрируется, называются более не церковь, но организация. И третье. Каждый человек, который называет себя, что он в церкви регистрируется, а без этого никак, да, невозможно. И все, кто регистрируется, по сути, говорят христианам, говорят такие вещи, что вы же знаете, что мы иудействующие, да? Они за себя говорят, власть, мы открыто это вам заявляем, открыто в синагоге ходим, открыто к стене плача идем. И вы же знаете, что мы вашего Бога убили, да, Иисуса Христа? Так вот, знаете, что вы, когда идете регистрироваться, вы третье отречение делаете. Поэтому Русь святая. Разве не о тебе Авель Тайновидец говорил, помазаннику из рода Романовых, что целый век будут править жиды Русью святой? Царь разгневался и в башню его закрыл за это немыслимое в то время пророчество.